батальон прямо, а остальные направо. Витёк стоит. Бу! Витёк стоит. На плечо! Равнее направо! Шагом! Марш! Печатая шаг, демонстрируя строевую выправку и слаженность, мимо трибуны и гостей праздника проходит колонна курсантов 5-го батальона высшего образования воздушно-десантных войск Рязанского, Гвардейского, высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова под командованием командира батальона гвардии подполковника Михаила Одиночкина. На брусчатке Красной площади десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. В главе парадного строя командир батальона гвардии майор Роман Черемухин. В 2017 году полк стал первой воинской частью, удостоенной звания ударной. По Красной площади парадным строем проходит военнослужащий 51-го гвардейского парашютно-десантного краснознаменного ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского 106-й Тульской дивизии. Парадную коробку возглавляет гвардии капитан Владимир Маричев. На Красной площади парадный расчет 38-й гвардейской бригады управления. Возглавляет расчет командир батальона гвардии майор Руслан Нигматуллин. На Красной площади воспитанники военно-патриотических клубов воздушно-десантных войск. Чеканит шаг. Военно-спортивный клуб «Патриот». Клуб первым в Ивановской области вступил во всероссийское движение «Юнармия». И на протяжении 4 лет проводит областную спартакиаду «Вежливые игры». В парадном строю воспитанники Ярославской областной детско-молодежной и военно-патриотической общественной организации «Десантник» имени Леонида Палачева. На главной площади страны военно-патриотическое объединение «Сова». В объединении занимается около 40 воспитанников в возрасте от 12 до 18 лет. По Красной площади проходит студенческий центр допризывной подготовки «Взлетная полоса», город Нижнекамск, Республика Татарстан. Студенческий центр создан в 2008 году. На площадь вступает военно-патриотический клуб «Гвардия», село Богатая, Самарская область. Клуб «Гвардия» создан в 2013 году военнослужащими, проходившими службу в воздушно-десантных войсках. На Красной площади военно-патриотический клуб «Обелиск», Белгородская область. Клуб был создан в 2010 году. На площадь вступают воспитанники военно-патриотического центра «Рекрут», город Реутов, Московская область. Центр организован в 2013 году. Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСАФ России представляет 4 отряда. Юнармейский отряд «Сириус» Тверского регионального штаба юнармии. На главной площади страны военно-патриотический клуб «Казачий десант» русского казачьего кадетского корпуса имени генерала Давадера. В парадном строю военно-патриотический клуб «Тигр» Кировская область. Чеканят шаг воспитанники юной армии города Тверь, школа номер 38. Ваши аплодисменты, дорогие друзья, будущим защитникам Отечества.
Уважаемые гости праздника, давайте поприветствуем роту почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, показавшего сегодня отменную выучку и безукоризненную слаженность. Командует расчетом гвардии лейтенант Алексей Яськов. Почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова, дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова. Командует расчетом отличник учебы гвардии старший сержант Владислав Дементьев. Государственным флагом Российской Федерации и флагом воздушно-десантных войск идут курсанты Вадим Носков и Андрей Узловский. Право нести флаги курсанты заслужили добросовестным отношением к учебе и службе в училище с первого дня. Уважаемые зрители, вашему вниманию представляется демонстрация строевых приемов по шеренгам. Каждая шеренга выполняет один из четырех основных строевых приемов с карабином. Склонение оружия, штыки, так траву, осмотр оружия. В Рязанском гвардейском десантном училище большое внимание уделяется строевой выучке. Лишь самые достойные курсанты стоят в строю роты почетного караула. И именно им оказывается доверие представлять училище и воздушно-десантные войска на торжественных мероприятиях. Первое, что видят гости, прибывая на территорию училища, это курсанты роты почетного караула. Военнослужащие обеспечивают ритуалы встреч делегаций во время их официальных визитов в город Рязань. Возложение венков памятникам воинов, павших за свободу и независимость нашей Родины. Участвуют в мероприятиях военно-патриотического воспитания молодежи и других общественно значимых событиях, как в городе Рязани, так и за его пределами. Курсанты роты почетного караула являются участниками парада победы на Красной площади. Все они кандидаты мастера спорта по военному четырехборью.
Состав роты почетного караула был полностью изменен в 2018 году. Курсанты унаследовали от своих предшественников уникальный опыт и теперь приумножают его, оттачивая свою строевую вышку в стенах прославленного гвардейского десантного училища. Программа выступления роты почетного караула была полностью изменена, и сейчас курсанты выступают здесь первый раз. Демонстрируется комбинация строевых приемов по принципу домино. Все курсанты выполняют последовательно один и тот же строевой элемент, но делают это с интервалом менее одной секунды, один после другого, за счет чего достигается эффект домино. Все курсанты при выполнении данного элемента работают как звенья одной цепи, благодаря чему все последовательные движения выглядят как единое целое. Уважаемые зрители, вашему вниманию представляется один из самых сложных приемов с оружием – жонглирование карабинами. Этот элемент выполняет курсанты Артем Сазонов, Рустем Ахметьянов, Ильяс Мусикаев и Дмитрий Мальков. Приемы с шашками демонстрируют курсанты Родион Майер, Евгений Виниченко, Евгений Мясников, Иван Таганов, Дмитрий Пятов и Никита Клепач. Вооружены курсанты роты почетного караула самозарядными карабинами Симонова калибра 7,62 мм. Карабин был принят на вооружение в 1949 году. Такие карабины для выступления используют роты почетного караула всего бывшего Советского Союза. Вашему вниманию представляется перестроение роты почетного караула различные фигуры с попутным выполнением строевых приемов с оружием. Каждое движение на строевом пласту рассчитано до мелочей. Каждое действие многократно отработано до автоматизма для того, чтобы выступление выглядело максимально эффективно. В ходе выступления роты почетного караула вы можете неоднократно увидеть выполнение таких строевых приемов, как повороты и движения с оружием, вхождение в колоннах и шеренгах, вращение карабина, а также других сложнейших элементов. Один из таких элементов, так называемый виз, один из сложнейших приемов. Курсантам необходимо в одно движение вынести прямую руку с карабина весом почти 4 килограмма и перевести его в неподвижное положение. Это требует от курсантов большой концентрации и физической силы. Сейчас курсанты роты почетного караула демонстрируют такой строевой прием, как прохождение в штыковую. Штыковая атака в русской армии берет свое начало от Петра Великого. В русской армии штык считался наступательным оружием. Тактика умелого применения штыковых ударов достигла своего расцвета во времена полководческой деятельности Александра Васильевича Суворова. Сам Суворов говорил: «Пуля дура, штык молодец!» Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному ордена Суворова дважды краснознаменному училищу слава! Amen.
Держите парашюты, мы знаем притяжение закон, но в этот миг решающей минуты не власти над десантом даже он. Не страшно меж землею быть и небом, не страшно под огнем идти вперед. Страх, когда друг, с кем ты делился хлебом, упав на землю в небо уплывет. Кроме нас, голубые береты.